Познакомил меня с человеком, которого меня сегодня заставляет ненавидеть. Я не могу этого сделать, просто не получается. Потому что он человек. Он человек, который любит людей. И представьте, как много еще людей, которых нас заставляют ненавидеть. Это, мне кажется, очень правильно. Сегодня мир уснул, а мы бы очень хотели, чтобы он проснулся. Поэтому всем привет от Алуан. Сложные времена нас разделить пытаются, разрукать, навязать врагов. А я искренне считаю и буду повторять, что мы с вами едины лишь только потому, что мы люди. И другой причины нет. Лишь только потому, что мы люди, по крайней мере, сегодня, как никогда, мы обязаны продолжать оставаться людьми, стараться ими быть. Поэтому давайте, Киев, мы с вами сегодня будем по-настоящему вместе, настоящими людьми. Я знаю, что у нас на концертах только такие люди. Спасибо.